Блаженнейший митрополит Варшавский всея Польши Савва отметил неслучайный характер визита митрополита Иоанникия в качестве управляющего Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви в Польшу. Это первый визит черногорского архипастыря за пределы Балканского региона. Для современного православия, для межправославных отношений важной является позиция Сербской Православной Церкви по вопросам поддержания канонического порядка, подчеркнул предстоятель Польской Церкви. Блаженнейший Савва провел параллель между процессами поддержки некоторыми политиками раскольнических псевдоцерковных организаций в Черногории и на Украине. Радуюсь, что сербская церковь заняла здоровую позицию каноническую, догматическую по вопросам межцерковных отношений в православии. Мы должны называть вещи своими именами. Белое называть белым, черное – черным. Нельзя гражданского человека ставить во главе какой-либо церковной организации. Думаю, владыка понимает, о чем идет речь. Пусть Бог помогает вам в ваших трудах в Черногории. Там бушуют буйные воды не только в море вокруг Черногории, но и внутри страны. Мы сознаем, что все это – проделки сатаны. Он не любит единства, поэтому прогоняем сей род, как заповедовал Спаситель, молитвой, постом, терпением и стоянием в вере.